Сотрудники ГИБДД и представители партии «Единая Россия» провели совместную акцию. В преддверии Дня знаний они еще раз напомнили маленьким пешеходам и их родителям о правилах безопасного поведения на дорогах. Тему продолжит наш корреспондент. Малыш, давай ручку скорее. Давай. Светоотражающие браслетики – приятный и полезный подарок. Они не только радуют детский глаз, но и обеспечивают безопасность при переходе дороги даже в темное время суток. А чтобы юные пешеходы не забывали о правилах дорожного движения, сотрудники ГИБДД вручали им специальные памятки. Ребенок подрастет, обязательно ему объясните правила дорожного движения. С начала этого года на дорогах округа случилось 9 ДТП с участием детей-пешеходов. И практически все произошли по вине водителей. Только двое несовершеннолетних пострадали из-за собственной невнимательности. Однако, по словам сотрудников госавтоинспекции, в целом в этом направлении наблюдается положительная тенденция. Можно сказать, что наши дети и родители все-таки соблюдают большую часть своей правил дорожного движения, что родители обучают своих детей правилам поведения безопасного на дорогах. Активную работу в сфере безопасности дорожного движения проводят не только сотрудники ГИБДД, но и члены политической партии «Единая Россия». Их проект, направленный на сокращение количества ДТП, так и называется «Безопасные дороги». Кстати, для большего взаимодействия с населением было принято решение создать мобильную общественную приемную. Такой микроавтобус можно встретить в местах проведения различных массовых мероприятий. Чтобы жители могли обратиться со своими проблемами, может быть, с просьбами какими-то, для решения каких-то важных задач оперативно, не поддерживая, скажем, центральную приемную, а на месте. Подобные мероприятия пройдут в городском округе в течение всего месяца. До 1 сентября участники акции будут напоминать родителям и детям о правилах дорожного движения, для того чтобы поход в школу был прежде всего безопасным. Луиза Егиазарян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.